Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам рассказать и показать свою косметичку. Это фирма Stradivarius. Вот такая есть пимпочка, она лакированная, темно-зеленого цвета. Очень хорошо, удобно открывается, закрывается и достаточно вместительная. Она у меня одна, то есть я ее использую и на каждый день, и на праздники. Что ж, буду начинать. Буду брать первое, что попадается мне под руку, это... спонжик Real Techniques, немножечко уже такой подуставший, потрепанный. Вот, ну хороший, в принципе, спонжик. Потом пудра Bourjois Silk Edition, оттенок 53, Golden Beige. Сейчас попытаюсь показать, как выглядит. Вот, приблизительно. Ну, вот так. А вот, тоже у меня она уже достаточно долго, такой уже старенький продукт у моей косметички. Пробник помад для губ Guerlain, розовый оттенок 002 Pink Tie и красный оттенок 003 Red Hills. И посредине кисточка, еще не пробовала. Тени для век Catrice, это оттенок 540. Бледно-розовенькая, перламутровая, так слегка переливается. Ну, чтобы сказать, что супер-пупер, я так не скажу. Обычная на каждый день, очень простые. А держатся долго? Нет. Такие себе. Дальше. Румяна. Сатин блаш от Эвелайн. Тоже, как видите, уже старенькие, потертые. Soft Pink 01 оттенок. Даже уже дырочка есть. Вот. Потом у нас идет гель для бровей Brow Drama Dark Brown, фирма Maybelline. О нем я рассказывала в своем предыдущем видео. Это мой первый гель для бровей, и он мне очень нравится. Я его использую каждый день. Дальше у нас идет CC-крем от фирмы L'Occitane, серия Pion, SPF 20, оттенок Light. Хороший CC-крем, но вот он мне вот сейчас на зиму, он мне не подходит, и я в поисках чего-то другого. Но на лето это вообще мне очень понравился, супер CC-крем, честно говоря. Дальше это тушь фирмы Maybelline, Lash Sensational. Кисточка выглядит вот так. Ну, она тоже у меня уже старенькая, ее уже надо заменять, уже потерта немного. Ну, мне понравилось. Наверное, буду покупать такую же, ну, посмотрим. Может, попробую что-то другое. Так, дальше у нас идет L'Oreal Primer Lumi Magic. Такой колпачок. Так, это у нас карандаш для губ Giorgio Armani, оттенок 10. Вот так, очень красивый цвет. Я его покупала специально под свою помаду. У меня есть очень красивый оттенок. Ну, о помадах я сниму отдельное видео, потому что помады для меня это очень важный такой момент. Это карандаш для губ. Простите, для бровей Mary Kay Brown, тоже уже старенький, подуставший чуть-чуть. Потом идут опять тени для век Catrice, оттенок 570, темно-фиолетовый цвет, такой тоже переливается, интересненький. Ну, как я уже сказала, плохо держится, недолго, буквально там первых 2-3 часа, а потом исчезает. Ну, в принципе, на каждый день это. Мне большего пока не надо. Потом попадается такая вот кисть Kabuki, плотно хорошо набита. Это не фирма, ничего, просто вот такая простенькая кисть. Я ее использую и для румян, и для пудры. Хорошенькая такая. Очень мягкая, очень приятная в использовании. Так, Art Deco, оттенок 3, это тени для бровей. Тоже старенькие.
Ой, что-то у меня все старенькое. Надо обновляться. И это все. Как видите, у меня косметичка достаточно скромненькая, маленькая. Вот это пока все, что есть. Ну, надеюсь, со временем немножко как-то обновлюсь, что-то попробую новое. Вот, как я уже сказала, косметичка она у меня одна и на каждый день и на праздник. Ну, пока это все. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Надеюсь, мое видео вам понравилось и хорошего дня. Пока!